Ульяновской области продолжается работа по реформе контрольно-надзорной деятельности. Она поможет бизнесу снять многие административные барьеры. В частности, сузить круг взаимодействия между контрольной структурой и объектом проверки. Цель такого нововведения – упорядочить деятельность органов контроля и надзора по принципу единого окна. Это будет удобно для бизнеса, поскольку будут устанавливаться единые правила осуществления контрольно-надзорной деятельности, единые подходы к рискоориентированному контролю, к оценке деятельности контрольных органов. Сейчас реализуется первый этап реформы, который позволит объединить 4 вида деятельности – жилищный надзор, контроль в сфере лицензирования управляющей компании долевого строительства, а также строительный контроль. В течение мая месяца мы должны будем пройти по всем этим блокам, проведем специальное совещание для того, чтобы с 1 августа этот единый орган начал работать. Планируется, что подобные структуры также будут сформированы в области экологического, дорожного и социального надзора. В перспективе этот единый орган станет многофункциональным центром контрольно-надзорной деятельности регионального и муниципального уровней. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.